Всем привет. Я не знаю, уже который по счету это дубль или попытка записать видео, потому что перерыв, который был в плюшках, связан именно с тем, что у меня почему-то не получается сделать так, как хочется. То проблемы со звуком, то он вообще не записывается, то проблемы с самим видео, рожа не вышла. И шучу, конечно. На самом деле просто были определенные дела, но в том числе и были проблемы с монтажом. И наконец-то я надеюсь, что все получится, и в этом выпуске мы будем обсуждать одну из систем горячей гуттаперчи. Ну, заодно поговорим про остальные, конечно же, но в целом это будет, скорее всего, больше похоже на обзор и опыт эксплуатации системы, которая называется GuttaEasy. Поехали! У меня комплект, который состоит из двух гаджетов, это инжектор GuttaEasy и горячий плагер клиента. Также есть версия, когда оба гаджета устанавливаются на одну общую базу. Такой комплект называется EndApex. Корпус аппарата изготовлен из серебристого пластика. Качество сборки и материалов нареканий нет. На корпусе, конечно же, могут оставаться некоторые царапины и пятна силера, которые легко удаляются сразу. Но если силер застыл, сделать это сложно. На корпусе моего аппарата как раз есть несколько таких пятен. У горячего плагера эта проблема частично решена за счет силиконового чехла, которых, к слову сказать, в комплекте две штуки. Горячий плагер также можно использовать как диатермокоагулятор. Желательно менять иглы на более толстые, иначе тонкие быстро сгорят. По времени автономной работы нареканий нет, даже несмотря на то, что мой инжектор был куплен с рук. После каждого пациента все равно все отправляется на базу, подключенную к розетке. У инжектора три температурных режима – 160, 180 и 200 градусов. Время нагрева до рабочей температуры примерно 30 секунд. Есть функция автоматического отключения, когда аппарат лежит без дела на столе, но уже включенный. Еще один плюс инжектора – это поворотная голова, которая крутится на 360 градусов вместе с гнездом для иглы, что позволяет поворачивать иглу целиком. То есть это опция корпуса, однако это же место является и минусом. Хотя скорее придиркой. Поворотная голова закрыта белой силиконовой насадкой, которая в свою очередь ухудшает обзор. Поэтому чаще всего я работаю без нее. Кстати, об иглах. Их два калибра – 23 и 25 гауджей. 25 тоньше. Гуттаперча доступна в баночках по 100 пулек, и если разделить цену пульки на каналы, то это самая выгодная гуттаперча на рынке. Единственное, что сильно расстраивает в этом аппарате, это внешний блок питания. Блин, ну 21 век, почему нельзя было сделать встроенный? В целом, я очень доволен системой, которую мы с вами рассматривали, и ни дня не пожалел о покупке. Единственное, о чем я пожалел, это о том, что я не купил систему раньше, потому что она колоссально экономит время на этапе обтурации. И то время, которое я раньше оставлял на обтурацию с помощью латеральной компакции, я теперь трачу на либо на билдап, либо на дополнительную инструментацию, либо на дополнительную ирригацию. В общем, на все что угодно, но не на обтурацию. Либо просто трачу меньше времени на визит одного пациента, что тоже, естественно, плюс. Если сравнивать систему GuttaEasy с другими системами, ну, если будем сравнивать с классическими инжекторами, типа Meta, типа CybronEnd, то это будет практически одно и то же. Они будут чуть-чуть отличаться дизайном, но принцип у них работы будет абсолютно одинаковый. Но если сравнить систему с, например, бифилом или каламусом, то разница будет очень сильная. Разница будет за счет того, что бифил и каламус, что по сути является одним и тем же продуктом, немножко отличается дизайн и производитель. Бифил и каламус очень дорогие в эксплуатации приборы. Почему? Потому что у них картриджи с гуттаперчей, в которых вот находится сама гуттаперча для расплавления, для инжектора, они соединены с иглами. И если у вас закончился картридж, вам нужно достать всю пульку и поставить новую пульку с новой иголкой. С одной стороны, это хорошо с точки зрения асептики и антисептики, на первый взгляд. Но с другой стороны, это очень сильно удорожает себестоимость лечения. И очень часто я вижу из общения с коллегами, узнаю, что многие, кто купили систему Bifil, по итогу оставляют ее стоять на полочке, а в остальное время работают либо латеральной компакцией,
либо вообще эндометазоном. Какой кошмар. Нет, не эндометазоном, конечно же, но именно как систему горячей гуттаперчи оставляют в стороне и не пользуются ею. И это, конечно же, очень сильно сказывается на бюджете клиники, на расходниках. Поэтому, может быть, это звучит как антиреклама, но бифил и каламус, наверное, были бы последними в списке систем горячей гуттаперчи, которые бы я мог рекомендовать. Что касается Гутаизи, приобрести вы ее можете у Димы Кривенко. Ссылочку на его профиль в Facebook я оставлю в описании к этому видео. Также, наверное, можно будет приобрести на выставке у него. Но это вы уже сами с ними связываетесь, с ним, и узнаваете, как и где приобрести. И... ну что ты так? Я напоминаю про конкурс, который проходит на канале в честь двухлетия плюшек. Я до сих пор не разыграл эти... Какой уже Светка какая-то. До сих пор не разыграли кисточки, поэтому я надеюсь, что все-таки 15 лайков доставятся. И мы наконец-то разыграем набор кисточек. В остальном, всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и до встречи на выставке. Я буду все 3 дня, 26, 27 и 28 числа с 10 и до 6. Поэтому, если кто-то захочет пообщаться, познакомиться, подходите, милости просим. Стенд компании Craftway со стороны GC. Всем пока, удачи!